Хорошей традицией стало проведение ежегодной олимпиады по ментальной арифметике, где свои знания и умения проверили воспитанники Центра интеллектуального развития «Абакус». Достижения детей, обучающихся ментальной арифметике, поражают воображение и доказывают, что на старте все дети обладают огромным потенциалом, и главная задача – суметь его развить. Ментальная арифметика триумфально шагает по миру, обретая новых сторонников и последователей этого метода развития. Сегодня в 52 странах мира со всех континентов созданы и успешно работают более 5000 центров, в которых маленькие дети постигают ментальную арифметику с азов и добиваются по-настоящему выдающихся результатов. А чтобы делиться опытом с товарищами и демонстрировать свои достижения в освоении ментальной арифметики, на разных уровнях проводятся специальные олимпиады. Мы рады приветствовать вас на первом региональном этапе международной олимпиады по ментальной арифметике. Мои маленькие друзья, вы становитесь участниками международной олимпиады Genius Kids 2018. Ура! Желаем вам удачи, ведь с маленькой удачи начинается большой успех. Внимание! Поехали! Главные цели проведения олимпиады – аттестация учеников и определение их образовательного уровня в обучающих центрах. Сегодня в нашем центре, в центре Абакуса, прошла вторая наша олимпиада. В том году у нас было 40 участников, в этом году около 80. Показали очень хорошие результаты. Желаю всем удачи! Ведь с маленькой удачи начинается большой успех. Приходите к нам в центр, и мы научим ваших детей считать очень быстро.